Алма-Ата может стать братской могилой. Почему? Во-первых, очень большое количество застройки идет с нарушениями всех строительных норм. Строительные компании, начиная строить, получают разрешение без согласования ЧС, без согласования СЭС, без согласования там, этого института сейсмологии. О чем говорим? Что грунты, те, которые, на которых строят, это плывуны. Это ну, суглинок, да, который там 100 метров. Представьте, строят дом, роют скважину, потому что там воды в предгорьях нет централизованной. Соответственно, они на 50-60 метров заглубляются, чтобы получить воду. Они эту воду получают. Соответственно, там образуется резервуар, потому что когда они сосут воду, она вымывает вокруг вот этот весь грунт. Он получается с глубины, поднимает наверх этот грунт, и потом этот грунт условно седает на поверхности. И там же они строят септики сквозные, которые тоже наводняют этот грунт. И в случае небольшого землетрясения, достаточно, я думаю, 6-7 баллов, эти склоны просто поедут вот так. Потому что, по сути, у нас все склоны сейчас напитаны водой. Эти склоны пойдут в город? Они в город, да. Это будут большие такие оползни, которые не переживут.